Тарса. Праздничный подарок от клинских хореографов всем, кто любит это искусство. Девиз этого вечера: танцуйте вместе с нами, танцуйте как мы, танцуйте лучше нас. И за все, что вы увидите на этой сцене, сегодня отвечают они. Танцевальное направление хип-хоп. Мария Шапран, хореограф вокального коллектива Чунга-Чанга. Танцевальное направление эстрадный танец. Люси Горебян, руководитель танцевального коллектива Дежавю. Танцевальное направление эстрадный танец и современное женское направление. Руководитель студии спортивного бального танца «Шермина». Алексей Мечикный, руководитель студии танца «Рэк». Танцевальное направление «Хип-хоп». Анастасия Каськун,